Монета 50 копеек. 1982 года. СССР. Ленинградский монетный двор. На реверсе монеты прописан номинал. Крупное число 50. Под ним одной горизонтальной строкой обозначено название денежной единицы. Надпись «Копеек». Ниже указан год чеканки. Дата 1982. Слева и справа полукругом колосья пшеницы, дополненные в нижней части дубовыми листьями. По три листа на каждый колос. В нижней части поля монеты колосья соединяются вместе в единый венок. Вместе соединения имеется морская ракушка. По окружности виден четко выраженный кант. На аверсе, развернутом к реверсу на 0 градусов, то есть соотношение сторон медальное, в центре поля монеты отчеканен герб СССР образца 1956 года с 15 витками ленты на колосьях пшеницы по числу союзных республик, входивших в состав Союза Советских Социалистических Республик. Герб упрощенный, не имеет надписи на ленте. Между перевитых лентой колосьев на фоне восходящего солнца с лучами, бьющими вверх, и планеты, размеченной параллелями и меридианами, серп, наложенный на молот, символ союза рабочего класса и крестьянства. Над скрещенными серпом и молотом, между вершинами колосьев, отчеканена пятиконечная звезда с четко выраженными гранями. Под гербом одной горизонтальной строкой прописана аббревиатура государства, надпись «СССР». Формы букв округлые. По окружности виден четко выраженный кант. Гурт монеты гладкий. На нем вдавленными буквами отчеканено обозначение номинала и название денежной единицы 50 копеек, а также год чеканки 1982. Надписи разделены пятиконечными вдавленными звездочками. Монета изготовлена из низильбера марки N10. 58% меди, 30% цинка и 12% никеля. Магнитными свойствами монета не обладает, то есть не липнет к магниту. Вес монеты 4,4 грамма, диаметр 24 мм, толщина 1,7 мм. Чеканили монету на Ленинградском монетном дворе тиражом 12 миллионов штук. Цены на монету вот, в состоянии very good. Эта монета повреждена небольшой коррозией, надписи и изображения сглажены. 3 рубля. Состояние fine – это существенный износ, но все детали видны четко. 10 рублей. Состояние very fine – небольшой износ без загрязнений и значительного налета. 30 рублей. X fine – почти без следов обращения, четкий рельеф. 80 рублей. Состояние uncirculated – это идеальная монета со следами мешкового хранения – 220 рублей. И состояние бриллиант uncirculated. Это улучшенная чеканка отполированным штемпелем. Такие монеты стоят до 300 рублей.